Максим, ну расскажи, как оказался в факеле? Долго ли вообще принимал решение, как это произошло? Ну, как произошло, Роман Гурамович позвонил мне, Асхабадзе предложил такой вариант, рассказал, что нужно вылазить из ситуации, потому что мы не на том месте, на котором находимся, и я это вижу, что не знаю, почему так произошло, но решение принимал недолго, пару дней, и все было принято уже. Был ли с кем-то знаком из команды до прихода в клуб, и как я вообще встретил коллектив? Да был, да, с Пашей Яковлевым, с Брыгалом Сережа был знаком. Так ребят все, в принципе, видел. Близко не знаком, но знал, так что проблем с адаптацией в клубе у меня не возникло. Как оцениваешь свое состояние и расскажи о первых днях сборов? Ну, состояние втягивающееся, ну, втягиваемся все. Сейчас там по датчикам смотрят, какое состояние. Сейчас как бы я себя чувствую хорошо. Была небольшая подготовка перед сбором. Так все, в принципе. Какие задачи ставишь перед собой на предстоящие 13 матчей первенства? Ну, перед собой конкретная задача, как можно больше мячей забить, помочь команде в первую очередь. Не для себя, а для команды. Вылезти из той ситуации, которая возникла на данный момент. Главное, чтобы мы все вместе вышли. Как бы свои цели я ставлю на второй план.